Доброго здоровья вам, друзья. Вы знаете, очень хочется ругаться по-русски. И тем не менее, приходится себя сдерживать. Но вам я ругаться разрешаю, ребят. Каждый может полностью отвести себе душу. Когда Светлана, отдав последние деньги за такси, примчалась в клинику с плачущей кошкой на руках, которой было очень больно. Животные редко кричат, ребята, очень редко. А эта плакала. Так вот, ее дальше ресепшена не пустили. Ей заявили, что если у кошки нет паспорта, осматривать ее не будут. И выпроводили из клиники. Ребята, вот это чудовищно. Две клиники в городе Липецк не приняли женщину с раненой, окровавленной кошкой. Не приняли, потому что заявили, у вас нет паспорта и у вас не сданы анализы. А скажите, пожалуйста, откуда у бездомного зверя могут быть анализы и паспорт? Откуда у расстрелянного одним уродом животного будут документы, а второй урод это животное не принял? Это чудовищно, друзья. Бесчеловечно. Непрофессионально. Пожилая женщина, пенсионерка, отдавая последние копейки, наматывала круги по городу, чтобы только найти клинику, где могут оказать помощь раненому, кричащему от боли животному. А ее футболили равнодушно, жестко. Это страшно. Это страшно. Ринка попалась на пути совершенно случайно. Проезжая мимо перекрестка, обратили внимание на то, что собака встала и пошла, и голова у нее как-то на бок. И собака идет неуверенно, словно ей что-то мешает. Притормозили, обогнав собаку. Позвали. Она остановилась, долго смотрела, потом села. Когда к ней подошли, она спокойно дала себя погрузить. Было видно, что ей очень плохо. Она, наверное, даже сама не понимала, куда идет, зачем идет. У Ринки не было будущего, ребят. Сейчас оно расплывчатое. Но сколько Бог даст, столько ребенок с нами проживет. Ринку расстреляли дробью. И вот такие горе-охотники – это просто мрази рода человеческого. Убить не может. А вот обречь собаку на страдания и спокойно после этого спать – так поступить может только нелюдь. Только нелюдь, друзья. Какая-то мразь выстрелила ей в голову. Повредила тройничный нерв. И теперь у девочки голова на бок. Вся голова и шея нашпигованы дробью. Отколот кусок глазницы. Девочке сделали КТ. Сейчас мы за ней наблюдаем. Девочка еще истощенная. Сняли с нее клещей. Сейчас девочка пока под наблюдением. Я не знаю, нужна будет операция или нет. Все будет зависеть от того, как ребенок себя будет чувствовать через 2 недели.
такой срок дал врач, сказал, 2 недели, ребята, наблюдаем. Пока она придет в себя, пока она адаптируется, и пока у нее, если может быть, может быть, ребята. Хотя с нервами шутки плохи, вряд ли он восстановится. Итак, друзья, перед вами наша новая душа, Ринка. А мы, как всегда, ребята, стоим к вам с протянутыми руками и лапами и с надеждой в сердце. Мы ждем вас, мои хорошие. Мы вас ждем. Жизнь приюта останавливать нельзя. У нас закончился корм, ребята, и мы двое суток по-настоящему сидели без корма. Благодаря тому, что мы собрали, корма немного сегодня завезли. Но такая страшная ситуация с кормом, ребята, у нас возникает уже второй раз. А надежда, ребята, только на вас. Только на вас, мои хорошие. На вас, наши подписчики. На вас, знакомые и незнакомые люди, заходящие на нашу страничку. Я обращаюсь к вам. От имени 2000 бездомышей. От имени раненых. От имени расстрелянных, но выживших. От имени переломанных и сбитых. От имени выброшенных детей. К вам обращаются, друзья, лохматая душа, со своей болью, со своей радостью, со своими проблемами и своим счастьем. Мы рады, когда вы откликаетесь, когда пишете нам сообщения, когда интересуетесь нашей жизнью. И мы очень, очень благодарны, когда вы нам помогаете. Друзья, вы наша жизнь. Пока вы с нами, мы живем. Я прошу вас, люди, у каждого человека век свой. Приходим и уходим мы голыми, а вот душа должна быть наполнена добром, светом, хорошими делами. Я всей душой вам этого желаю. Всей нашей лохматой душой. Добра вам, люди, крепкого здоровья и благополучия. А главное, тепла в сердце. Любви, чтобы хватало ее не только для ваших близких, но и отголосками вы согревали нас. Добра вам, люди, доброго и крепкого здоровья.